Вон в том лесу, когда падает молния, энергия распространяется и доходит даже до сюда, да? То есть от всей земли энергия начинает выходить. От воздуха отрицательное проникает, которое тянет катион водорода. Посмотрите, растения, все растения, без исключения, потому что их создал Бог Иегова. Вот смотрите, все они имеют острые края. Вот смотрите, все они имеют острые края, чтобы от этих острых краев энергия молнии вылетала. Статическая плюсовая энергия вылетает, а отрицательная энергия проникает через эти иглы, проникает к корням, и от корней начинает тянуть катион водорода, который поступает к растениям, и тогда вот этот водород сохраняется в этих растениях, да? Вот. Вот они имеют маленькие вот цветочки, маленькие семена. На самом деле вот эти семена, если поступает много водорода, они должны становиться большими. Большими, чтобы человек мог от них питаться. Спасибо за внимание.